Всем добрый день или вечер, не знаю, какое у вас сейчас время. С вами Эйр, и у нас лига, как я назвал, Зарс, лига живых. С чего бы такое название? Очень даже интересно разузнать было бы. Так, у нас сегодня один на один будем играть с Дойче. БО 5, насколько я понимаю, да? Или БО 3? Давайте глянем быстренько, быстренько. БО 5 у нас все-таки. Стараемся рандомно поиграть. Так, все ждем Дойча. Буквально только что он был. Минуту назад, но ждем. Да, у нас по правилам первая обязательно ТД будет, обычная карта. Такая вот официальная. С таксишками и все такое. О, готов, готов, готов. Танк против подрыва. У меня достался танк. Так, тут можем уже музыку добавить, эффекты, голоса всякие. Захват можно пойти, кстати. Давай их строим, Берий! Китай щедрый! Идти ли мне за... О, глупый дозер. Строю для Китая! Да не закончим! Давайте строим! Отличный план, генерал! Китай щедрый! Хорошее начало. Места для строительства мало. Китай станет больше. Будем жить в роскоши. Строительство закончим, будет хорошо. Строю для Китая. Строительство закончено. Подберем еще товаров. Давайте строить. Отличное место. Наверное, надо было бы машинками проехать. Хотя кто его знает, да? Что у нас Дойче задумал? Строительство закончено. Опачки. Давайте строим. Мы тут заняты. Ресурсы там. Они атакуют наш базу. Подразделение потеряно. Маршруты. У меня много патронов. Подберем еще товаров. Врываемся в бой. А, да. Китай щедрый. Будет все путем базана. А, да. У меня много патронов. Вот нас ведет. Будем жить в роскоши. Вот так, да, сделаем. Подразделение потеряно. Для кого? А? Да-да-да. Ух ты. Вы посмотрите, что творит здесь, а? Давайте строим! Люблю большие цели! Враг! Строю для Китая! Подразделение потеряно! Улывается в бой! Китай хитрый! Здесь все готово! Вызывай на бой! Все будет спасено! Двигать надо! Я закончил! У меня много патронов! Танк дракон! Господи! Дракон проснулся. Будем жить в роскоши. Отличное место. Полы вращаются. А вы серьезно? Взрываемся в бой. Все будет смазано. Господа, взрываемся в бой. У меня много патронов. Двигай задом. Вот это прикол, конечно. А, своего. Я убил своего, ребят. Танки готовы. Кошмар. Кайдан, дракон. Взрываемся в бой. Танки готовы! Танк дракон! Земля! Полы вращаются! Подразделение потеряно! Танки готовы! Вызывай не могу! Полы вращаются!
Открывается в бой. Танк, дракон. Открыт огонь. Где сражение? Давайте строить. Все, вроде тут отбились. Уровень давления установлен. Сжигаем. Китай щедрый. Это здесь барак, что ли, воткнуть? Отличный выбор. Да, а вот такое горе мы не хотим. Где сражение? Здесь много ресурсов. Открывается в бой. Еще больше. Мы перенесем товар. Убить будешь, нет? Здесь много ресурсов. Что еще хочешь? Служим Китаю. Там у нас серьезная игра. Здесь много ресурсов. Это короткий. Служим Китаю. Бьемся на красную огонь. Что еще хочешь? У нас серьезный график. Прямо все будет спасано. Отлично. Настраивай никак. А чё мы уехали отсюда? Жесть, у меня такая армия была, оказывается. А я сам не знал об этом. Здорово. Как закончу, будет хорошо. Большие цели. А где танки там? Китайские ракетоносцы. Подразделение потеряно. Новые враги открываются в бой. Пусть всё будет сварано. Пусть всё будет спасано. Температура в норме. Ну-ка, дракон, через центр, давай, поехал. Мы пробьем их, у меня много патронов. Мы вращаем, открывается в бой. Вот, идем. Там подумейкер на связи. Мы победим. У меня много патронов. Врываемся в бой. У меня много патронов. За красную армию. Врываемся в бой. Пусть все будет спасено. Уровень давления установлен. Земля заплывает. Здесь много ресурсов. Ух ты. Танки готовы. У меня много патронов. Подразделение потеряно. Прямо здесь. Перехожу в новую зону. Кто еще хочет? Мы перенесем товар. А где мы? А чё, не нашли все ракетчики? Здесь много ресурсов. Чё за фигня такая? Блин, нас тут кроша. Кремят. Кроша. Так, пошли ремонтироваться. Подожди, а чё, новость их не хватает? Беда. Не туда стреляешь. Так, ладно, теряли. Перехожу в новую зону. Пусть все будет спасено. Готов к разрушению сигнала. Отражение. Перехожу в новую зону. Да, ладно, я тут. Подразделение потеряно. Готов к разрушению сигнала. Здесь все готово. Обратно. Атаку. Танки готовы. Подразделение потеряно. Танк на связи. Давай двоих драконов тогда. Врывается. А что там случилось? Поздравление, генерал. Вас повысили. Где ты? Автонаведение в порядке, генерал. У нас большие планы. Отлично. Так, давай-ка эту штуку. Отличный план, генерал. Служим Китаю. Китай в нас нуждается. Китайская танковая жизнь. Прямо мимо пройдем и все. Прямо здесь. Ты долби. А, нет, не долби, нет, не долби. Подразделение потеряно. Прямо здесь. Жду ваши указания. Ладно. Ракеты не достигли. Нет. Прямо здесь. Нас на связь. Навигационный. Подразделение потеряно. Нет, фигово вышло. Врывается в бой. Нужен прорыв? Быстрее. Там подумейте на связи. Будем жить в роскоши. Ядерку что ли сделать? Подразделение потеряно. Поможет, да? Уровень давления установлен. Стволы вращаются. Ракеты не достигли цели.
Ага, Джарм рядом. Подразделение потеряно. Поздравления, генерал. Вас побудьте. Ракету уже достигли цели. Уровень шума повышен. Там на связи. Там подмейкер на связь. Нужен Китаю. Дай мне работу. Здесь все готово. Прямо здесь. Мы победим. Отражение. Разрушим. Там подмейкер на связи. Прямо здесь. Издание наше. Строительство закончено. Нужен прорыв. Строю для Китая. Как закончу, будет хорошо. Служим Китаю. Чик-фикс, да? Температура в норме. Прямо здесь. Скрывается в бой. Эй. Служим Китаю. Этот источник ресурсов истощен. Все готово. Ты что захотела? Беремся за красную армию сражения. Так уже повышение. Всегда же так. Давайте так и сделаем. Да и я знаю, в принципе, не надо. Я думал захвата начать или как. А, у меня тут Отца застрял. Давайте этих две штуки закажем. И здесь тоже. Угу, вижу. Где он тут начал развиваться. Я проникну. Вперед. Подберем еще товаров. Будем охранять. Ой-ой-ой. Подразделение потеряно. Го обратно. Добьем барак тогда. Беремся за красную армию. Ракеты не достигли готовы. Атаку. Поздравление, генерал. Вас повысили. Уровень излучения стабилен. ГГ нам пишет. ПП. Мы победили. Ну вот что-то как-то так затащили, то еще в первой игре. Что сказать, танк рулит. Так, теперь карта будет от Дойчмана. Черт знает, какую он карту выберет. А, задумался, дойчи, какую карту брать. Потому что он русский текст не видит. Хотя вроде видел всегда. Играем, как вы видите, на голе. Все спокойно с коннектом, все хорошо. Кстати, если бы взял бы лычку на БМ, то третьего уровня артудара уж у меня бы точно не было. Дворец было бы немного сложнее взять. Так, что-то дочь куда-то делся.
Убег уже пишет Дойче. Предупреждал меня, что он может туда и уйти. Так, получается, всего лишь одна игра пока с Дойчем есть, и он убегает. Предупреждал, что какие-то дела есть. И, пожалуй, у меня на этом все. Что ж, всем спасибо за внимание, спасибо, что были со мной, поддерживали меня. И всем пока-пока.